Закон работать не будет. Собираясь на встречу с представителями общественного совета микрорайона, жители точно знают, о чем пойдет речь. Нина Цуранова радеет за чистоту и благоустройство придомовой территории. Уже много лет женщина живет в 146-м доме по улице 22-го подъезда. Рассказывает, из-за разбитого асфальта в дождливую погоду подойти к мусорным бакам практически невозможно. В итоге отходы многие оставляют прямо на газоне. По колено вода, потому что там глубокие ямы и заполняется все это водой, либо грязью. Мы без резиновых сапог, ну, не можем подойти. Надеемся, мы на это надеемся, мы хотим, чтобы действительно нам помогли в этом вопросе. На встречах проекта на связи с губернатором люди могут задать все накопившиеся вопросы. Общественники постараются ответить на каждый и найти пути его решения. Помогают им в этом и сами жители. Многие приходят с советами. Например, как сделать двор красивее и чище своими силами, рассказали жители улицы Старозагора. Газон сами убираем в мешках, складываем вдоль вот, дороги, приезжают, потом у нас эти мешки забирают. Если бы вы смотрели, наш вот 256-й дом, он обухожен жильцами. Там есть и цветы, все это сделано там на уровне. Члены общественного совета также не сидят сложа руки. В составе общественного совета микрорайона Мусатка 24 человека. Это директора школ, председатели ТОСов, предприниматели и просто общественники. К каждому из них могут обратиться люди. Мы выносим это уже на общее обсуждение. И, скажем так, вот этой огромной силой мы можем решать эти вопросы гораздо быстрее. Около экономической академии нас попросили сделать пешеходную дорогу для школьников. Мы смогли с этим справиться, мы сделали это, мы нашли возможность положить плиты. Люди нам очень благодарны. Главное, по словам общественников, не сидеть сложа руки, дожидаясь у моря погоды, а рассказывать о проблемах по мере их поступления и искать пути их решения совместными усилиями жителей и общественных советов. Близкая власть – основная цель реформы местного самоуправления, которая активно проходит в Самаре. Уже 13 сентября жители сформируют команду созидания на выборах в районные советы депутатов. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События.